Приехали с Саньком, как всегда. Я после работы, Санек после школы. Ручкой вам машет на новое место. Хоть и говорят, там геомагнитка плохая и все остальное. Но будем пробовать. Нам не важно, хоть на берегу посидим. Но здесь рай, по-моему, для лягуш. Поют, заливаются. Молодцы какие. Ну все, там он уже Санек кидает, я тоже закинулась. Рыбачки присутствуют. Ну, наверное, что-то варят. И мы будем варить. Да, Санек, будем варить? Да. Все с надеждой на лучшее. О, первого карасяку поймали. О, Санька, ну-ка покажи, какой размер. Вытащили там. Еще у нас нормально? Да. Все, сейчас пойдет жара. Что, Санек, семечек захотел? Одного вот поймали и сидим, и сидим. Чего вы сидим, не знаю. Солнышко уже садится. Ну еще ждем. Видим же поплавок. Чем черт не шутит. Ладно, туда, поближе, 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 туда. Ну-ка отойди, отойди, отойди. Санек, отойди, тут там сейчас запутается опять. Помочь? Ой, вот сейчас как бы не сорвался. Ой, иди сюда, родимый. Ой. Что-то я разволновалась так. Санёк её. За ветер второй. Уже вечереет. И вот всего второй карась. Тут мужики сидели. Вообще пошли нам удачи пожелали, да, Саша? Да. У нас ни садка, ничего нет. Смотрите, что мы сделали. Ой, а как теперь достать? Санек, а ну ладно. Вот там у нас один. И тут вот второй. И ловим мы. Ну, этот поменьше вроде бы. Ой. Вот так, видели, да? Вот такой у нас садок. И ловим мы на тесто. Ну, пока еще светло, поди еще одного. У нас пятеро котов, надо пять поймать. Ну, минимум три. Детям и папе. Все, давай, Санек, тоже лови. Хватит снимать. Смотрите, как закат лучами расходится красиво. Досидели уже до заката. Ой, красота, красота. Такие. О, слушай, желтый какой-то, смотри. Да, как золотой. Как золотой. Вот свечерело. Ой, а плавники, смотрите, какие красные. Офигеть. Сань, сделай свет. О, смотрите, какие плавники красные. Красивый. Ну все, некогда снимать, уже все практически заканчивается клев. Уже совсем темно становится, сам уже кричат. Ну что, друзья, рыбалку закончили, видите, сами темно. Дело в том, что клев вообще поздно начался. Кто бы знал, у нас ни светлячков, ничего нету. Да и домой надо. Сейчас вот, Санек, покажи все, что успели поймать. Вот наш садок. Вот таких карасяк. Ну, этот вот самый зачетный. А эти вот два с красными перышками, ну, с какими. Ну и все. Всем пока. До новых встреч. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока. Мы вас любим.